Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, входившей в свое время в состав СССР. А, как известно, в состав Азербайджанской ССР входил и Карабах. То есть, по сути, был решен главный, абсолютно ключевой вопрос, который заключался в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость. Даже Армения. Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее, такое было решение. Они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 23-го года, вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе.